На фотоконкурс «Букет с иголочки» прислали уже 28 работ. С каждым днем количество участников растет, и конкуренция тоже. Все букеты оригинальные, и каждый участник достоин первого места. Конкурс завершится 27 февраля, так что фотографию своей дизайнерской работы еще можно успеть прислать на городской портал. 2 февраля стартовал конкурс «Букет с иголочки», и, как оказалось, в городе много творческих личностей. Из каких только материалов не состоит их ручная работа. Из ленточек, из бисера, из салфеток, погремушек, чулочных изделий. Даже вышивают в этом творческом соревновании. В каждом букете есть своя изюминка, свое отличие от другой работы. Ангелина Волобуева сделала свою поделку в виде сердца. В одной половине она разместила красивые бумажные розы, а в другую насыпала вкусных конфет. Дарья Лазарева сделала топиари из атласных ленточек. На портале есть фото букетов, созданных не только одним участником. Семья Зиновьевых-Горелкиных выполнила свой букет из бисера. В этой поделке каждый внес свой вклад. А вот в Центр творческого досуга «Планета Семья» вовсю готовится к весеннему празднику 8 марта. Ландыши не только будут украшать чей-то дом, но, возможно, и помогут занять первое место в фотоконкурсе. А для победы нужно только сфотографировать свою креативную работу и прислать на информационный портал города Рассказово. Главный приз – сертификат на 1000 рублей в магазин «Иголочка», который является партнером конкурса.